Всем привет, друзья, меня зовут Шет, и сейчас я хочу вам показать без стеснения самую крутую и проработанную игру на данный момент для Oculus Rift Developer 2. Вот для этой штукенции. Я сейчас выгляжу как чувак, который только что плавал с маской очень долгое время. А это все потому, что я вот в этой штуке играл в эту игру, потому что невозможно остановиться. Я хочу вам показать. Так что, ребят, смотрите и офигевайте. Вы посмотрите на этого огромного робота. Большой железно-металлический чувак. Круто! Я хочу вам показать, ребят, для начала туториал. Это обучалка, чтобы вы лучше поняли, что вообще это такое и что здесь надо делать. Открываем свои стекла. Ребят, вы гляньте, я сижу в огромном роботе. Я сижу в огромном роботе. Блин, и как это все проработано, это жесть. Вот это переключатель двигает, да? То есть мы его вперед нажали, и робот постоянно пошел. Вот, без остановки, пока мы не остановим переключатель. Лазер! Смотрите, прикол, у нас вот тут два датчика, которые вот лазер показывают. Вот, видите? И ракеты. А еще наш робот умеет летать. Смотрите. Так, сейчас остановись. Окей, нам скажут, что нужно уничтожить врага, который где-то здесь сел. Хорошо. Блин, вы гляньте, охеренная большая машина железная, в которой я сижу. А, жесть. Ух ты, прикольно, даже смотрите, тело персонажа, который сидит, двигается. Ладно, окей, тут, вот здесь. Я не знаю, как показать, прямо передо мной, короче, показатель жизни, показатель робота. И можно сломать ему ноги, можно сломать ему руки, отстрелить все что угодно, и туловище. И эта проработка, она люто радует. Где ты, тварь? Откуда ты по мне выстрелил? Ага, вот ты где! Такой же робот, как и я. На тебе из лазера, на тебе из моих ракет. Из всего получай, тварь. А, вот так, да. Чё? Блин, куча ракет просираю, но нормально, сейчас уничтожим его. На тебе из лазера. Из лазера, еще из ракет тебе, на. Ты че мне... Слушай, ты. Вот так-то. Вот так. Уничтожили. Шикардосно. Так, отлично. Мне сказали, что я уничтожил робота и прошел обучение и готов к встрече с новыми врагами, короче, к битве готов. Не знаю, где я сейчас сижу, если честно, вот относительно пространства. Стол, вот, нормально. Так. Окей. Incoming message from command. New orders. Search the desert for missing friendly grinder unit. Use caution. Enemy units have been spotted in the area. Офигеть. Ребят, короче, мы на Марсе. мы в большом роботе, и мы на Марсе. Нам ок. А у нас задача номер один от руководства пойти посмотреть, где разрушился разрушенного нашего робота. Походу, это и происходит дело вон там. Вон там вот где-то. А посмотрим, что будет. Но я думаю, сейчас должны высадиться другие роботы, и мы будем с ними драться. Ну, мне кажется. Вот. А, жесть. Так, чего? Захват... Роботы где-то, враги? Так, тут радар есть, вау, радар. Интересно, он работает, нет? Блин, клево, что здесь реально вот, думаю, куча всяких датчиков, и они работают реально. Лазер! Пушки! Полет! Где робот? Где чужие роботы? Мне сказали, что они высадились, или я чего-то не понял? Ладно, поднимемся повыше. Вот здесь, что у нас происходит? Так, его убить надо или как? Ну-ка, здравствуйте! Ага, окей, вот сейчас не говорят, что враги пришли. О, вон враг! На, с ракет тебе, тварь! И с лазера тебе, и со всего, чего можно только тебе. Вот так, блин, ракеты. Ах ты, тварь!
Ты вот так, значит, да? Вот так, значит, ты по мне стреляешь. Да я тебя так и так наперекосяк. Вниз, вниз на него, вот на эту сволочь. Так. Блин, ракеты-то заканчиваются. Давайте попробуем отойти вон туда куда-нибудь, отлететь. О, наша тень, клево. Еще гляньте, он летит, чем быстрее летит, тем трясется все. Офигеть, типа в воздухе робот. Вау-вау-вау. Полегче так. Че, братиш? Я тебя вижу, понял? На тебе с ракет. Стоп. Вон еще один робот. Так, значит, вот этого мы по нему стреляли, нужно его допинать до конца. Вон, у него руки отлетели. И ноги, и нога отлетела. Лол. Я не знаю, вам видно или нет, но... Все, отлично. Один враг уничтожен. Вот еще. Ты куда пошел, ты? На тебе, ракет. Сейчас ракеты перезарядятся. И вот так тебе еще ракет. Стоп. Еще один робот? Три робота? Четыре? А не дофига ли это? Тихо. Мужики, вы че? На, с лазера. Не смей по мне своего лазера стрелять. Я по тебе своего буду стрелять, понял? Блин, ребят, по-моему, надо уходить. А, тихо, он жжет меня. Он жжет меня, смотрите. Так, тихо. Руки держи, ноги держи, не ломайся. Так. Вон там три робота. Давайте по ним с ракет будем фигачить. Все-таки ракеты не по зоне долбят. Вот так. Вот так, там два робота зря рядом стояли. На, с ракет. Вон, руку отломили одному. Мужики, ну давайте. Ну умирайте, пожалуйста. Вот тебе с ракет. Вот. Отлично, руки потерял. Одну руку точнее. На, еще. Вот, да. Так, этого легко уничтожили. Еще вон двое осталось. Прямые попадания ракет, короче, для них просто фатально, люто. Оп. Еще руку отбили. Ну, походу, этот робот тоже кончился. А, тихо, подожди. Он стреляет. Ой, у нас, гляньте, у нас красная, желтая рука и желтая нога, две желтые руки. Руки, мы руки потеряли. О, черт. Сдохни ты. Не смей, что ты своих ракет по мне стреляешь? А, у нас рук нету. Ребят, у нашего робота рук больше нету. Жесть, у нас только ракеты остались. То есть лазера нету. Лол. Гляньте, тень без рук теперь. Жесть. Вот это продумка, вот о чем я говорил. Вот это продумано просто. Нет. Блин, я упал, еще и ноги покоцал. Так, ладно. Мы без рук с покоцанным туловищем. Нам нужно уничтожить вот тех двух роботов оставшихся. Как же это сделать-то, ну? Так, скорость поменьше давай. Он падла. Так, еще один робот уничтожен. И остался еще один, я прав? Ладно, давайте пока ноги целы, а мы живем. Когда он уничтожит ноги, скорее всего, мы упадем и все. И мы, может быть, летать сможем, но это, если честно, вообще тухло будет. Без рук прожить можно, а вот без ног... Так, вон ты, тварь. Нет, не подходи к нему, отходи. Да! Отлично! Уничтожим. Чего? Я же уничтожил все. Вот, кстати, роботы есть. Так, там еще высадили. Да ладно, это высадились или это уничтожены? Куда идти? Блин, там еще высадил, смотрите. То есть, я не знаю, сколько будет... Я не знаю, что это за задание, сколько оно будет длиться, но, видимо, оно будет длиться, пока я не сдохну. Начали с ракет, потом его похерачим. Давайте, засранец. Короче, мне не так, что много ракет нужно по ней, чтобы уничтожить. Тихо, не подходи. Уйди от нашего робота, тварь. Что ты делаешь, эй? Блин, интересно, сколько вообще роботов здесь осталось живых врагов? И вот это враг или не враг? На всякий случай я его уничтожу. О! Так, отлично, уничтожили робота. Так, ну, видимо, окей, мы выполнили миссию. Класс. Это все, да?
Ну, видимо, да, видимо, это все. Главное меню. Блин, вообще огнище. Так, главное меню, вот миссия можно, можно обучалка, можно выход сделать. Оу. Оу. Ну, ребята. Ух, на этом все. Вот, так, вот такая вот игра. Она мне очень понравилась, очень продуманная, очень клевая. Это демо-версия, сама игра, она там стоит каких-то денег, и, а ее делают, скоро выпустят, но... Это лучшее, во что я пока играл в Oculus Rift. Лучшее. Если вам понравилось, ребят, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свои мысли в комментарии. Увидимся с вами в следующих видео. Всем пока. Дальше по карнавалу. Ну, если честно, это... Ай, господи, нет, знаете, это уже не страшно, это уже смешно. Так, ладно, напугайте еще чем-нибудь меня. Ну, знаете, разве что джампскейры резкие, они бывают...